о том, что демилитаризация, украинский казан, так далее. Мы бы хотели это все обсудить и формализировать, чтобы потом не было как у ты Петра Алексеевича. Ты со мной хочешь формализировать отношения? В меморандуме. Я с тобой? Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, те, которым болит за Украину. Какая капитуляция, прошу так. Формализация. Я пришел, тебе сказал, вы оружие вывезете, а ты меня переводишь стрелки. Так я вам второй момент уже озвучу, я вас услышал, вы сказали. Смотри, ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать, Денис, ты не понял. Так я вам ультиматум, я говорю, это люди. Нам за эти оружие забрать? Так при чем здесь? Я не понимаю, чем мы закончим сейчас разговор. Так мы нормально общаемся. Давай нормально общаться. Ну, никто же вас не пытается макнуть никуда. Вам передали то, что происходило в Украине, то, что люди еще по Украине. Кто мне передал? Я же тебе говорю, ты мне скажи, кто? Так я вам говорю, по Украине были акции. Денис, по Украине вчера прошел дождь, вот что я слышу. Ну, так я вам рассказываю о том, что происходило. Где акции? Кто мне что передал? Говорю, давай, что ты? Так вот я вам и говорю, что люди хотят встречи с вами. Какие люди? Нет, которые вышли на мероприятие под... Фамилию ты можешь мне сказать или нет? Ты что ты в самом деле? Ну хотите, Плеханов, Кухарчук, ну это по разным областям. Денис, это же так дальше. Не делается. Ну так не, ну так не, спросили еще, я передал. Подожди, вышел Стадник вам, Николаевич? Да. Ну вышел. Наш губернатор передал Стадник, письмо. Да, или что вы ему там... Передать не, вернее, президенту. Вы ему передали. Да, конечно, для президента. Ну, он мне передал, вот. Я прочитаю. Ну, так вы же спросили, что там было. Я вам и рассказываю, что, собственно, в Денис, этом письме. Вы же сами спросили Денис, только что. Послушай. Да. Я президент этой страны? Конечно. Мне 42-го. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ты меня не переводи на акции. Причем про дочь, мы с вами уже поговорили, вы потом спросили за следующий. Я не поговорил с тобой, я хотел увидеть в глазах понимание. Ну. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему. Так какая другая тема? Мы уже этот момент обсудили, я вам следующий мы сказал. Нет, еще один момент. Я услышал, что окей, ты мне скажи ок, все. Ну так у нас нет оружия в руках. Нет, это значит, ты меня не услышишь. Ну слушайте. Парни, это я вам сейчас сказал серьезно.